Построим изображение светящейся точки, даваемое рассеивающей линзой. Направим на линзу луч 1, проходящий через оптический центр. Он пройдет через линзу, не преломляясь. Луч 2, параллельный главной оптической оси, после преломления пройдет через главный фокус линзы. Продолжение этих двух преломленных лучей пересекутся в точке S' она является изображением точки S. Изображение, которое дает рассеивающая линза, является мнимым. Оно получается при пересечении не лучей, а их продолжений.